темное время суток водители притормаживают. С высоты птичьего полета вспыхивают 6 огненно-красных глаз. При свете дня все встает на свои места. Местный умелец Николай Крылов населил деревню Дурасово драконами и змеями с глазами на фотоэлементах. Где-то около 2 года ушло у меня на это все. Но я частично когда делал, когда занимался чем-то другим, там по столярке. Как здесь живут 33 года, и каждый год все изобретаю. Фантазии Крылова не занимать, да и сказки любит с детства. Любимые герои – Змей Горыныч и Мудрый Удавка. Их фигуры в полную величину Николай выточил из дерева, обшил железом и водрузил на крышу своего дома. Теперь такие фото есть у многих заезжих Брейтово туристов. Нравится всем, и родственники все ко мне приезжают, вон из Питера. Сегодня должен еще племянник приехать со внучками. Так что у нас весело будет. Кроме сказочных фигур, у себя на даче столяр-самоучка смастерил необычный фонтан. Вырезал кружевные наличники, а чердак превратил в крутящуюся смотровую беседку. Светлана Пасхина, Ольга Преснухина, Денис Сахаров. День в событиях.